честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим, без исцеления Богословородшую, сущий Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй.
святейший Владыко, Халима. Радуется душа твоя, о Господе, обличем тебя в ряду спасения, и одежды веселье одетя, яко жениха возложит венец, и яко невесту украсите красотой. Светится свет Твой при человеке, яко да видит добрые дела Твоя, и прославит Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Царю Небесный, утешителю души истины и живездесы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ней, очисти на всякие скверны и спаси блажи душ наших. Слава Вышней Богу и на земле мир в человеце благоволение. Слава Вышней Богу и на земле мир в человеце благоволение. Господи, усне наши отверзиши и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Да исправит Господь стопы ваши, да поменяет вас Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, святейший Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Услышь в мире о спасении душ наших. Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем, и с верою благоговением, и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Варсонофии, о преосвященных епископах, честнее пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. О богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. О святей обители сей, граде сем, всяком граде стране и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухово, изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякое слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Очищающий до себя законы Твое, исцеляющий до себя.
помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Господи, и благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, восхвалю Господа, живете моя Богу моему, доди же есть. Не надейтесь на князи, но сыны человеческие, в них же есть спасение. Из одинок его и возвратиться в землю свою, да не погибнуть вся повышение его. Блажение Божие Бога, помощник его. Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко благо человек любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Небесной.
мудрость, прости. Oh.
свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присну. Господи, спаси благочестивые. Благодать Божию приятие вам,
глаголит Бог во время приятно послушав Тебе, и в день спасения помогу к Тебе. Все ныне время благоприятно, все ныне день спасения. Ни едино, ни в чем же дающее притыкание, да служение беспорочно будет, но во всем представляющий себе, як уже Божие слуги, в терпении мнозе, в скорбях, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениях, в трудах, в обдениях, в пощениях, в очищении, в разуме, в долготерпении, в благости, в Духе Святе, в любви нелицемерне, в словесе истины, в силе Божией, оружие правды, десными и шуями, славою и бесчестием, гождением и благохвалением, яко листцы и истинни, яко незнаеми и познаваеми, яко умирающе и се живи есмы, яко наказуеме, а не умерщвляеми, яко скорбяще, присно же радующийся, яко нищий, а многих богатёще, яко ничтоже имуще, а всё содержаще. И Духами Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благотворите благотворящим вам, кая вам благодать есть, ибо и грешницы тожде творят, яще взаимдаете, от них же чаете восприятие, к
Хая вам благодать есть, ибо и грешницы грешником заимдавают, да воспримут равная. Обаче любите враги ваша, и благотворите, и взаимдайте, нечисто же чающе, и будет узда ваша много, и будете сынами Вышнего, яко той благ есть, на безблагодатные и злые, будете во милосердии, яко же и Отец ваш милосерд есть. Слава тебе, Господи, слава тебе, и слава тебе, Господа. Святейшем патриархе Кирилле, о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем, митрополите Варсонофии и всей во Христе, братья наши. Еще молимся о всечестней матери нашей настоятельнице, игумене Людмиле, сестрами святые обители сия. Господи, помилуй, еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, да тихо и безмолвно житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших священницах, священномонасиях и всем во Христе, братстве нашем. Господи, помилуй, еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриархах православных и создателях святой обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, стележащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о ежеприятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую по обыдошею в рази, и о ежеявите спасение Твое, всем все, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о еже благосердием и милостью презрете на воинство и все защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа. Всем все, Господи, услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святе и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Так милостивый человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Божий сил, Боже спасения нашего,
Призри милости на смиренные рабы Твои, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим и единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи, от бед избави, запрети раздирающим во обращении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крови и в изгнании сущие в дом и веди, алчущие напитай, недугующие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным, от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя верой, надежде и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якода едиными усты, единым сердцем, исповемся тебе единому Богу в Троице славимому. Ты выси заступление и победы и спасение, уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся во упокоении душ усопших гробов Божиих, преснопамятного преосвященного митрополита Никодима, протоиерея Михаила и Раисы. Иое же проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господь Бог учинит души, иди же праведни, упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесного, и оставление грехов и у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Тыся воскресение, живот и покой усопших раб Твоих преснопамятных, митрополита преосвященного Никодима, протоиерея Михаила Раисы, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Апостости Церкви, спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоей благодатью. Оглашение главы ваше, Господи, вы преклоните. Господи, да и тесть.
нами славят пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Елица блаженней зыдите,
епископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина высокопреосвященнейшего в Арсенофе, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Всечестную игуменью Людмилу с сестрами святые обители сия, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благообразно. Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Христове просим, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Исповемы. Отец и Святой Дух,
молится, проедает и наслушает свои же забыша. Нас ради человек и нашего ради спасения шедшего с небес и воплотившегося Духа Святой и моей Девы и во человечества, распятого же за ты при Пантисте Пилате и страдавши и погребенно и воскресшего в третий день по Писаниям и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца и погребенущего со славою судите живым и мертвым, без него же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение, благословение Его, чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века. Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. И со Духом Твоим. Горе имеем сердца. Благодарим Господа. Достойный и праведно терпеть и Тебя благословить, и Тебя благодарить. Тебе поклоняйтесь на всяком месте владычества Твоего. Ты беси Бог, недоведом, ни неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно, сый, так и все святый, единородный Твой Сын и Дух Твой святый, Ты одни пыния в бытие. Нас привелось и отпадшее восставилось, и паки не отступилось, и вся творя донди же нас на небо возвелось. И Царство Твое даровалось, и будущее сих всех благодарим Тебя, Единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, всех их же вемых, же невемых, явленных и неявленных, благодеяния бывших на нас. Благодарим Тебя службе сей уже от рук наших приятий изволилось, аще предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмоангелов, херувими и серафими, и шестокрылатые лати, многочитие, возвышающиеся пернатие. Бедную песнь поющего пьюще, взывающе и глаголюще. Сими мы блаженными силами, владыка человека любчего, пьем и глаголем, свят еси и пресвят. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой святый, свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя. И же мир Твой так возлюбил, еси якоже Сына Твоего единородного дати, да всяк веруя в Него не погибнет, но и мы живот вечный, и же пришед. И вся я же она смотрение исполнив, вновь уже предаяшися, паче же сам себе предаяшися, верский живот, крем клеха, святые свои пречистые, и непорочные руки благодарив и благословив, посвятив, преломив, да не святым своим учеником и апостолам рек. Завета, я же за вы и за многие изливаемая,
восставление грехов. Поминающий Спасителя сию заповедь, утешь нас, Боже, крест, гроб, тридневное воскресенье на небеса, восхождение, небесное сидение, второе славное, паки, пришествие. Твоя от Твоих, Тебе приносящее, о всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Господи, иже пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолов Твоим испославый, даго благини отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися. Помянет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков, я хожу быть причащающим все это извение души, восставление грехов, приобщение святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же Тебе, не в суд или в осуждение, еще приносим тесловесную всю службу, а иже в вере почивших, правоцах, отцах, патриарцах, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержанницах и о всяком Духе праведном, вере скончавшимся. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Пресно Деве Марии. Освяти Мане, Пророце, Претече, Пресвятице, Освяти Слава, Пресвятого Господа, Освяти Михаиле, Первом Митрополите Киевском, Освященному Ученику Григорию Ильинскому, Прокопию Петрею, Вячеславе, Петре, Симеоне, Василию, Александре, Петербургского и Ладожского, их же дары святым Твоим церквам,
в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих словом Твое я истины. Первых помяни, Господи, великого господина, а я за нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, его же дары святым Твоим церквам, в мире целых, честно, здраво, долгоденствующих, правоправящих словом Твое я истины. Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры, священного архимандрита и преосвященные митрополиты и епископы, приносящие святые дары сия, Господи, Богу нашему, о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, я всем священничестем и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, о власти, воинстве и народе ея, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи, сочанием и страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении ослабе, блаженной памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, я иже кизло помышленни. Славить и воспевать и причесывать.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Отца и Сына и Святаго Духа. Ваше Святейшество, дорогие владыки, дорогие отцы, дорогие братья и сестры, нам сегодня Святая Церковь предлагает назидательный отрывок Евангелия от Луки, 6 глава. Там Христос, обращаясь к тем, кто Его тогда слушал, соответственно и к нам с вами: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Это можно назвать золотым правилом. Если бы христиане во все времена и в наше время, да и все люди, населяющие земной шар, так бы обходились, то, думаю, совершенно бы другая была обстановка, как в историческом плане, так и в настоящее время. Мы хотим, чтобы нас никто не осуждал, не оскорблял, не поносил бы нас всячески на стороне, так и мы должны поступать по отношению к другим. Если мы хотим, чтобы нам делали то или иное добро, естественно, и мы должны также поступать с другими людьми. Поэтому это в самом деле золотое непреклонное правило. Но далее Господь указывает на более совершенное состояние христианина и отношение его к людьми. Ибо мы должны прощать всех тех, кто нас обижает, кто нас оскорбляет, кто нам то или иное зло делал в разное время. И не только прощать, но Он заповедал и любить их. Естественно, по нашему разумению, по нашему внутреннему состоянию, это кажется сверхъестественным и недосягаемым. Но на первых порах хотя бы научиться никому не воздавать злом за зло и относиться, по крайней мере, доброжелательно к этим людям, которые нам причиняют зло, и молиться за них. И далее завершает Господь такими словами: «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд есть». Нам надо всем учиться и стремиться быть милосердными по отношению ко всем тем людям, с которыми мы с вами соприкасаемся в нашей жизни. Но сегодня, дорогие, я хочу еще напомнить всем о том, что сегодня у нашего святейшего Владыки памятный день, ибо ровно 50 лет тому назад отошел в вечность преснопамятный родитель его, протоиерей Михаил Гундяев. Я тогда еще был молодым священнослужителем и помню этого батюшку. Тогда не так много было духовенства в нашей епархии, в нашем славном городе Петербурге. И особенно те, которые были уже более пожилые, более солидные, и они отличались тем, что были и стремились быть истинными пастырями. Я в свое время, когда служил в Спасо-Преображенском соборе, то многие-многие прихожане, их теперь уже в живых нет, но они многое-многое мне рассказывали о преснопамятном протоиерее Михаиле. Какой это был молитвенник, пастырь, проповедник, а самое главное, добрый человек, отзывчивый. И все, кто к нему приходили, все, кто к нему обращались, общались с ним, всегда получали и утешение, и укрепление в вере, и все то необходимое, то, что они получали от своего духовника. Очень были отзывы, как об одном выдающемся пастыре нашей епархии, нашего города того времени. Поэтому отец Михаил оставил светлую себе память, как истинный пастырь, как истинный священник нашей церкви. К тому же ему столько пришлось пережить, будучи уже священником. Тогда богоборческие власти не поощряли пасторское делание, чтобы оно было пламенное, с огнем, чтобы привлекало людей, приводило ко Христу. Поэтому батюшку, как и многих других ему подобных, без конца переводили с храма в другой храм, чтобы они не укоренялись и чтобы около них не создавались крепкие духовные общины. Мне прихожане также Преображенского собора рассказывали, как отец Михаил, а это было категорически в то время запрещено, таинство совершать святого Елея или соборования в Великом посту.
И, как правило, отец Михаил совершал это частным образом в тех или иных домах тайно, причем это рискованно, но собирались верные прихожане, которые жаждали приобщиться к этому святому таинству, и отец Михаил смело, безбоязненно совершал это таинство и также многих и многих людей освящал и приводил ко Христу. А послезавтра, дорогие, также памятная дата, исполняется 95 лет со дня рождения преснопамятного митрополита Никодима, который без всякого преувеличения, можно сказать, был выдающимся иерархом в 20 веке, особенно в послевоенный период. Он оставил неизгладимый след в нашей церковной истории, для нашего города в особенности. Когда сюда владыка Никодим пришел, то церковная жизнь была свернута почти к нулю. И политика была такая, что постепенно все сошло к нулю и исчезла всякая религиозная и церковная жизнь. Владыка Никодим сумел в тех сложных условиях, трудных условиях возродить церковную жизнь в возможных рамках. И действительно, с его годами правления резко изменилась в самую лучшую сторону наша церковная жизнь нашей епархии. Поэтому нашему преснопамятному владыке Никодиму также исполняется 95 лет. Он оставил неизгладимый след в нашей церковной жизни 20 века, ну а для нашей епархии в особенности. Вот, дорогие братья и сестры, такие вот у нас памятные дни и сегодня, и послезавтра. Ну а в завершение я скажу всем прекрасные слова, сказанные святым апостолом Павлом. Это можно назвать формулой нашей жизни. Всегда радуйтесь, за все благодарите и непрестанно молитесь. Аминь. Христос, Сын Бога живаго, пришедший мир грешный, спасти от них же первый есть вас, еще веру, якось и само есть пречистое тело Твое, и все само есть честная кровь Твоя. Молюся, уба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольно-невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, исподоби меня неосужденно, причаститесь причистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайны днесь, Сыне Божий, причастника меня прими, не во врагом Твоим тайну поверь, не лобзанья Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедуйте, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд ли в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Thank you.
благослови достояние Твое. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Всегда всевершен свыше есть, сходя от Тебя Отца свету, и Тебе славы, благодарение, поклонение, воссылание, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господне на вас того благодати и человеколюбие всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостол, честного славного пророка, Претечи и Крестителя Иоанна, святых новомучеников и исповедников российских, святаго праведного Яна Кронштадтского, святаго благоверного великого князя Александра Невского, ижего святых отца нашего Яна архиепископа Константинограда Златоустого, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, и Божий ныне память совершает святых праведных, Бог Отец, Акимян и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Oh,
святейший Владыка Отец, позвольте вас сегодня приветствовать от всей полноты нашей Санкт-Петербургской митрополии, от Иоанновского монастыря, сестер обители, с приездом по особому случаю. Случай сегодня особый, мы отмечаем 50-летие дня отшествия в мир иной вашего родителя, преснопамятного отца Михаила, а также накануне памяти 95-летия дня рождения вашего духовного же родителя, владыки Никодима. Ваш папа родился в Лукояне, это Горьковская область была, но а жизнь его прошла здесь, в Ленинграде. Сюда он переехал, поступил в Богословский институт в то время, когда все школы закрывались. Остался здесь один институт, и он поступил в него, окончил его. Затем служил в армии, потом получил образование советское, был прекрасным специалистом в области. Все его ценили, уважали, любили его. Даже советские люди за его культуру, за любовь. Но пришлось ему тоже пройти испытание заключением, побывать и на войне, и в блокаде. И вот, как казалось, все, ну, закончились все испытания. Он взял и решил принять еще сан священника. В то время это было действительно акт мужества. Все-таки много было малодушных людей, которые боялись преследований, которые достались священнослужителям. Но он пошел на это, потому что, видимо, с детства у него было желание стать священнослужителем. И вот он решил исполнить свое желание, когда уже появились на свет дети. И он, тем не менее, принимает сан от Владыки Григория и начинает свой пастырский путь в Ленинграде тогда. Действительно, явился очень добрым пастырем. О нем свидетельствуют все, и вы часто нам рассказываете о своем отце, и те, кто еще жив, и кто помнит, его рассказывает, как его любили в Петербурге. Он прекрасный проповедник, он прекрасно, у него была дикция, очень хорошо, всем понятная. Всем он говорил то, что нужно, всех принимал. Конечно, трудно было, тяжелейшее время, когда действительно, как вы рассказывали, налоги были непосильные. И тем не менее, отец ценил все это. И послужил во многих храмах здесь, в Петербурге, но откуда бы ее ни проводили, все просили оставить его, потому что народ его очень сильно бил. Вот все эти качества его мужества, доброты душевной, его верности Богу, промыслу Божьему, он, конечно, вложил в вашу душу. И вы сегодня очень много от отца переняли, и до сих пор вы это несете, верность Христу и Богу, уже будучи, неся крест патриарх служения. Конечно, ваше святейшее, мы желаем помощи Божией, неся этого креста. Действительно, у нас пример есть дедушка, который исповедник церкви считается, и отец ваш, и, конечно, я думаю, что они молятся за вас там сегодня. И вы всегда, посещая Санкт-Петербург, обязательно бываете на кладбище своих родителей, показывая пример ныне молодому духовенству нашей епархии, как нужно относиться к своим родителям и к своему долгу пастырскому. Поэтому благодарим вас за личный пример, который показываете всем нам. Мужественное служение Церкви Христовой. Много благолет. На память вождей, что канун покрова, примите с голубей по ноге Христовой. Много благолет, вождей, что. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит, Ваше Преосвященство, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с этим днем. Этот день, конечно, помогает воскресить в памяти те самые времена, когда совершал свое служение мой отец, те времена, которые были отмечены тяжелейшими гонениями на Русскую Православную Церковь, те времена, когда каждый честный священник, да вообще каждый верный Господу человек непременно проходил через тюремные заключения и ссылку. Вот так случилось и с моим дедом, который прошел 47 тюрем, и множество ссылок, но остался верным Господу. Так произошло и с моим родителем, который буквально чуть ли не накануне свадьбы был арестован. И когда мама пошла выяснять судьбу моего отца в так называемый большой дом, с которым все как-то понаслышке знакомы, пришла в кабинет следователя,
как она потом вспоминала человека с какими-то бездонными, ничего не выражающими глазами, то он сказал маме: «Знаешь что, девочка, ты забудь своего избранного, он не вернется оттуда, куда мы его направили». Тогда мама с удивлением сказала: «Но он же не осужденный, он же подследственный». Дело было в большом доме на Литейном проспекте. Этот следователь сказал: «Давай подойдем к окну». Подошли к окну, ходят люди по Литейному проспекту. Вот он показывает пальцем и говорит: «Вот те, кто ходит, они подследственные, а кто у нас уже осужденный». И отец уехал в ссылку. Мало было надежды на то, что он вернется. Он прошел и тюрьмы, и лагеря вот эти в Колымском храме, крае. Но вернулся не сломленным совершенно, но наоборот приобретшим огромный жизненный опыт и много сделавший для облегчения участи заключенных. Он, как хороший специалист, организовал там создание так называемого учебного комбината, в котором готовились рабочие, высококвалифицированные, обрел большое уважение среди заключенных и даже среди тех, кто возглавлял эти все так называемые исправительные лагеря. Но потом, конечно, трудные годы блокады, работа военпредом в Нижнем Новгороде, в тогдашнем городе Горьком. Он участвовал в приемке танков Т-34, был таким нужным очень специалистом. В каком-то смысле это все было очень трудно и ответственно, потому что всякая поломка танка во время боя обращала гнев на, в первую очередь, тех, кто осуществлял военную приемку, ну и по законам военного времени чаще всего таких людей расстреливали. Поэтому, конечно, ответственность была огромной, но отец прошел достойно это служение Родине. Вот, и после войны принял решение стать священником. И пошел к митрополиту тогдашнему Григорию Ленинградскому и Новгородскому. Рассказал ему обо всем. Владыка задумался и сказал: «Ну, Михаил Васильевич, подумайте, у вас тут квартира на Васильевском острове, у вас жена молодая, у вас ребенок родился. Может, вам как-то повременить, потому что ведь неизвестно, как повернется ваша судьба». Но папа сказал, что он просит очень его рукоположить. Первое положение такое совершилось. В течение 10 лет, в течение ряда лет он служил на Смоленском кладбище, с которым у меня связаны самые теплые воспоминания, потом в Преображенском соборе. Ну а потом начались вот хрущевские гонения, он был выслан как бы из Ленинграда в тогдашнее Красное Село, которое не было частью города, как сейчас. Но тем не менее, это тоже был очень важный опыт и для него, и для всей семьи. Вот вспоминая отца, вспоминая многих, кто вместе с ним служил, я еще раз благодарю Господа за то, что в те трудные времена для нашей церкви он давал силу нашему духовенству достойно совершать свое служение, не бояться тех, кто делал все для того, чтобы они насмерть напугались, и если не ушли бы из церкви, как некоторые и уходили, причем непременно похулив веру и церковь, то, по крайней мере, бы замолчали, сделались бы безразличными или осторожными в отношении своего призвания. Вот ничего подобного не случилось ни с моим отцом, ни с многими другими. Они очень достойно прошли эти времена, передав веру своей пастве. Ну, а если говорить о семейных отношениях, то воспитал и своих детей и в вере православной, и в верности церкви. Поэтому я, конечно, с большой благодарностью вспоминаю отца Михаила, матушку Раису, маму мою, и всю ту атмосферу, которая создана была в нашем доме, и направлена была на воспитание, достойного воспитания нас, детей, тех, кто прошел и тюрьмы, и лагеря, и остался верным Господу и Церкви. Вот эти воспоминания мы, конечно, храним в своей семейной памяти, но в общецерковной памяти, как важно, что сейчас вспоминаются времена и имена новомучеников, исповедников Церкви нашей.
Непременно нужно помнить подвиг этих людей, которые не так уж отделены от нас по времени, тех, кто мужественно защищал церковь, кто не боялся ни тюрем, ни лагерей, ни поношения, ни нищеты, потому что нередко жизнь таких людей была обречена на нищету, не боялись ничего, а защищали церковь, служили Господу и тем самым передали веру следующему поколению, то есть вот моему поколению. А наш долг людей вот старшего поколения сегодня передавать веру, любовь к церкви, любовь к святыням, любовь ко всей нашей великой традиции церкви, мученицы, исповедницы, к новому поколению православных людей. И я верю, что вот этот подвиг, эти испытания и страдания наших отцов и праотцев не могут ведь пройти просто так, как облако проходит под напором ветра и исчезает из вида. Не может быть такого растворения всего этого подвига, всех этих страданий. Они непременно должны сохраниться в памяти народной, а через эту память содействовать укреплению веры нынешнему поколению чад нашей церкви, православных людей русской земли. Да помогает нам Господь именно в хранении веры. Да помогает Он нам так верить в Господа, чтобы поспешествовала вера наша добрыми делами. Ибо вера-то без дел мертва есть. Вот чтобы было так, надо, чтобы вера наша была не на периферии нашего сознания, не на периферии нашей жизни, как некоторые говорят, ну вот все сделаю, ремонт или уборку в доме, но потом будет время, в церковь пойду. Никогда так не надо говорить. Нужно помнить, что посещение храма, молитва, воспитание детей в православной вере – это не 10-й, 20-й пункт повестки дня в жизненного жизни, но это первый пункт и самый важный, от которого зависит наше благополучие в этой земной жизни и, конечно, в жизни вечной. Да помогает всем нам Господь хранить веру православную, любовь к Отечеству, воспитывать в этой вере наш народ, нашу молодежь и хранить те заповеди, которые ценой жизни сохраняли наши благочестивые родители. Их молитвами пред Господом да хранит Господь нынешнее поколение православных земли, людей, земли русской. Аминь! С праздником всех вас поздравляю! Ну вот, а в память о пребывании сегодня в этом храме и нашей общей молитвы я бы хотел каждому передать патриаршее благословение, которое запечатлено на обороте вот этой иконочки нерукотворного Спаса. Просил бы сразу служителей всего храма при выходе всем верующим, всем, кто сегодня присутствовал здесь, раздать эти благословения патриарха, чтобы никто не ушел неутешенным. Храни вас Господь. Матушка, сердечно вас благодарю за труды всех сестер, которые замечательно содержат всю святую обитель и чисто внешне, ну а самое главное, хранят те предания, тот порядок монашеского бытия, те традиции, которые связаны с этой обителью святаго Иоанна Кронштадтского на Карповке. Храни вас Господь! Праздником!